Я буду рассказывать о том, как мы переехали с Flask на Fast API. И это будет не только то, что можно прочитать в документации. Я Александр Морозов, CTO и кофаундер компании DataFold. Занимаюсь программированием 25 лет и 15 профессионально. Занимался много чем, начиная с железа, embedded, сетей, wireless и заканчивая вебом и аналитическими базами данных. Полгода назад мы начали переходить с Flask на Fast API и накопили довольно много опыта, которым я хочу с вами сегодня поделиться. Ну что, поехали. Во-первых, может возникнуть вопрос, как так оказалось, что стартап, и мы уже меняем стек. Но есть объяснение. Штука в том, что полтора года назад мы подались в Y-комбинатор и нас приняли. Это значит, что у нас есть 4 месяца до демо-дня, и на то, чтобы собрать продукт, у нас есть 1-2 месяца. Поскольку я не эксперт веб-разработки, мой кофаундер Глеб имеет бэкграунд в дата-инжиниринге, то мы решили взять готовый проект и построить нашу функциональность на нем. Рассмотрели несколько вариантов и остановились на Redash. У Redash лицензия MIT, то есть разработчики явно не против форков, в том числе и закрытых. По тематике этот проект совпадает с нами. Ну, не совпадает, но очень близок. Те же самые аналитические базы, подключения, ну, всякий стандартный юзер менеджмент. Кроме того, это single page app. По стеку. В Redash все построено на Flask. От начала до конца. SQL алхимия, адаптер к Flask. Alembic, миграции, тоже адаптер. REST тоже. Даже CLI. На фронтенде стандартная комбинация React и JavaScript. Посмотрим, насколько это хорошо. А вот код типичного хендлера. Что мы видим? Во-первых, сразу бросается в глаза. Сразу бросается в глаза валидация. А мы получаем данные, достаем их из тела запроса, как JSON, и дальше начинаем вытягивать по полю, валидировать, проверять. Это все очень долго и муторно. А если хочется еще бросать хорошие сообщения об ошибках, что поле не того типа или нужное поле отсутствует, то бойлерплейта получается вообще в несколько раз больше. Тут есть варианты. Можно использовать, например, JSON-схему, но такие вещи, как дейттаймы, придется все равно парсить руками. А можно использовать педантик. Но у нас было, что было. Что мы унаследовали. Дальше видно, что привязка рутов делается позже в отдельном месте. Было бы симпатичнее это сделать декоратором. А тип индекса, который задан в руте, он дублируется. То есть один раз он приведен в самом руте, другой раз он указан в хендлере. И мелочь, но это важно. Мы видим, что вся логика сдвинута на 2 отступа. Возможно, потом захочется добавить контекстный менеджер, хендлинг эксепшенов, цикл в цикле if. И перед тем, как мы написали что-то существенное, код уже разбивается о правую границу экрана. Поэтому отступы лучше, конечно, экономить. Что еще? Поскольку Flask RESTful ничего не знает о типах данных, он не может проэкспортировать схему.
в каком-либо машиночитаемом формате. С автодокументацией тоже проблемы, и сам проект не развивается, хотя есть форки, которые продолжают сейчас развиваться. А вторая проблемная часть того, что мы унаследовали, это Flask SQL Alchemy. По сути, она добавляет второй интерфейс для выборок данных. То есть есть стандартный интерфейс SQL Alchemy, с которым все знакомы. Flask SQL Alchemy добавляет чуть-чуть упрощенный интерфейс, там чуть-чуть все по-другому. Ну и вопрос, зачем нам нужен второй? Кроме того, фактически резервируется слово «query», поскольку мы работаем с SQL-базами данных, то это начинает быстро надоедать, что мы не можем сделать поле «query» в модели. Что еще? Чтобы пользоваться SQL Alchemy внутри приложения, сделанного с интеграцией Flask SQL Alchemy, нужен контекст Flask. Мы столкнулись с тем, что при конфигурации приложения мы вытаскиваем некоторые параметры из базы данных, то есть к базе надо обратиться до того, как приложение инициализировано. Чтобы обратиться к базе, нужно инициализированное приложение. И получается, что приходится делать очень некрасивые вещи. Сначала инициализировать приложение, потом подкидывать конфигурацию. И еще можно отметить, что сессия хранится в thread local. Это вопрос вкуса скорее. Но получается, что у вас в коде сессия достается непонятно откуда в каждом месте. Это не вполне очевидно. Часто приятнее передавать сессию в явном виде. На фронтенде, как я говорил, у нас React и JavaScript, и там возникали постоянные ошибки типов в рантайме. Кроме того, поскольку все данные передаются с помощью объектов, это аналог диктов в питоне, то местами сложно понять, с каким типом данных мы имеем дело вот в данном конкретном месте. Поэтому мы начали переходить на React плюс TypeScript. Но тут возникает проблема, что все интерфейсные типы, которые мы выдаем через API в Python, надо продублировать в TypeScript. И часто у нас получался рассинхрон, типы расходились, и опять мы получали те же самые ошибки в рантайме. А можно ли лучше? Можно. Fast API. Код того же самого хендлера будет выглядеть примерно так. Что мы видим? Во-первых, валидация. Валидация Fast API делается педантиком. Вы просто определяете модель, отнаследованную от педантик base model, и задаете типы полей. Весь парсинг, валидацию и хендлинг, и приятную распечатку ошибок педантик делает сам. И экономит кучу бойлерплейта. Дальше. Мы видим, что та проблема с дублированием инта, с дублированием типа IDX в роуте и в описании хендлера функции ушла. То есть мы указываем тип в одном месте, и это, конечно, приятно. И еще мы видим, что у нас один отступ в бизнес-логике. Это вдвойне приятно. Единственное, что выглядит странно, это то, что возвращаемый тип указан не как type-аннотация метода, а он указывается в декораторе. Это сделано из-за того, что хочется иногда возвращать типы, обернутые типы в обертке. Скажем, если хочется добавить какой-нибудь статус. Поскольку Fast API знает все, какие данные попадают на вход endpoint и какие данные выходят из endpoint, он может выдать полную схему API и выдать ее в JSON.
Ее можно скачать курлом с работающей системы, можно экспортировать из питонного кода, но у вас получается отличное описание схемы в JSON в формате OpenAPI Swagger. Это описание можно отконвертировать в структуры для разных языков. Вот, например, как отконвертировать структуры для TypeScript. И это решает проблему синхронизации между питонными структурами и тайп-скриптовыми структурами. Можно делать это во время билда, и все будет хорошо. А дальше одной фичей FastAPI считают производительность, но для нас это, честно говоря, не сильно важно. Потому что проект не сказать, что high load. Но, возможно, мы впоследствии с этим столкнемся. И еще одна штука, которую часто смешивают с производительностью, это поддержка асинка. Если она нужна, то FastAPI она делается просто. Вы декларируете хендлер как async, и дальше пишете в нем асинхронный код. По моему мнению, async в питоне — это порожняк. Вот. Если хотите, можете приходить к нам на стенд и пофлеймить по этому поводу. Также на другие темы, как Postgre против MySQL, Vim против Emacs, будет интересно. Но если серьезно, у асинка, конечно, есть применение. Некоторое, я бы сказал, в 50% случаев он полезен. А как мы делали переход? Поскольку у нас не было возможности остановить разработку, все заморозить, переконвертить все там за пару-тройку недель, мы делали все частями. По кускам, кидая все в прод. Инициативу взял наш инженер из Нидерландов, который очень любит перерабатывать код, рефакторить и его улучшать. Начали в марте, но оказалось, что тема довольно большая и тяжелая, потому что, по сути, надо заменить все куски, все фласковые плагины, а их было около десятка. Аутентификация, рейт-лимитеры, много-много. SQL Alchemy, опять же. Поэтому через пару месяцев мы еще сделали небольшой proof of concept, чтобы точно проверить, что FastAPI заделиверит то, что нам надо. Он деливерит. Самый большой пиар, который у нас был, в конвертации затрагивал 60 файлов. И это было немного стрессово. Мы пытались порезать пиары на более мелкие куски, но иногда приходится все-таки рефакторить большими, иначе очень много оверхеда. Значит, что мы сделали? Мы начали убирать те модули, которые можно было убрать на рабочем фласке. Заменили Flask Migrate, заменили его на стандартный Alembic. Заменили CLI. И для Flask SQL Alchemy сделали затычку, перетащив чуть-чуть кода. По сути, там надо было подсадить метод query на все модели с тем, чтобы не разрушать API. Ну, я имею в виду интерфейс выборок. Иначе бы у нас там 90% кода бы развалилось. После этого мы вставили FastAPI непосредственно перед Flask. То есть запросы приходят на FastAPI, FastAPI передает их дальше в Flask, маунтится вот так, все достаточно просто. А дальше мы заменили аутентификацию, поскольку у нас было много кусков, у нас была чуть такая довольно замороченная аутентификация, нам нужны стандартные куки, remember куки, API и токены. То пришлось написать немного кода
и очень тщательно его проверить, конечно. И сейчас мы находимся в процессе конвертации эндпоинтов и добавляем везде педантик. Работа еще не окончена, мы в процессе. А с чем мы столкнулись во время миграции? Fast API в базе на самом деле async. То есть под капотом там все асинхронно, у него все асинхронно, включая middleware. И он основан на Starlet, это веб-сервер, который тоже асинхронный. Сверху кусок кода, который достает тело реквеста. Иногда это нужно, например, когда хочется посчитать чек-сумму реквеста, чтобы валидировать, например, при интеграциях с GitHub и GitLab. Они постят большой кусок информации и хамак. По хамаку можно проверить, что данные действительно пришли от GitHub, а не откуда-то еще. Для этого нужно тело запроса. Казалось бы, можно написать код вот так, как написано в верхнем куске. Но на самом деле нет, это не работает, потому что функция requestBody возвращает корутину, а не данные. И эту корутину надо авейтить. Вызывать асинхронный код из синхронного кода — это довольно большой грех. Но, к счастью, эта тема довольно легко решается. Делается отдельная асинхронная функция, которая умеет доставать body из реквеста, авейтит его и возвращает. И дальше Fast API. Эта штука включается как dependency. Тут мы видим довольно интересный момент. Когда Fast API видит аргумент в хендлере, оно пытается понять, что надо сделать, чтобы получить, чтобы его отрезолвить и получить данные. В данном случае depends оборачивает функцию, поэтому Fast API вызывает эту функцию. Поскольку она вызывается через Fast API, то она асинхронная и все хорошо. И это работает. Точно так же можно делать с формами и другими вещами. JSON получить из тела запроса. И еще интересный момент. В тестах можно в явном виде передать body. То есть не надо придумывать какие-то хитрые моки. Можно подсунуть body в виде байт прямо сюда. И это удобно. А дальше оказалось, что... это и так было понятно, что та SQL алхимия версия 1.3, которую мы использовали, она не поддерживала async. Версия 1.4 поддерживает, но она вышла не так давно, и там что-то такое замутили с помощью G-Event. Но нам надо было либо мигрировать с 1.3 на 1.4, или в асинковых эндпоинтах как-то это обходить. Ну и, кстати, нам пришлось таки использовать async в коде, несмотря на мое к нему отношение. Потому что мы использовали графовый фреймворк Ariadne, который async. И, собственно, там есть в этом смысл, потому что GraphQL интерфейс, он бегает по конечным эндпоинтам и вытягивает данные сразу одновременно из многих эндпоинтов. То есть он может тянуть данные из Postgre, у нас он тянет из Postgre, из Neo, может куда-то сходить по API. И неплохо, если он делает это одновременно. Стало быть, это либо пихать в треды, либо в async, но они решили пойти с async, что в принципе разумно. Так вот, и кажется, что можно написать обычную выборку, но на самом деле нет, потому что если так сделать, то заблокируются все корутины, пока выборка из базы не вернется. Это неприятно, потому что это увеличит latency для всех и без каких-то для этого причин.
можно попробовать сделать обычную связку, которую делают, когда из async-кода вызывают sync-код. Run in executor. При этом выборка запустится в thread-пуле, и кажется, что все будет хорошо. Но, скорее всего, не будет, потому что thread-пул запускается без асинхронного контекста, без контекста варов. Контекст автоматом не передается. И поэтому контекста не будет, и local sessions SQL алхимии не отрезовывается. Скорее всего, это работать не будет. А если будет, то это большой неприятный сюрприз. Вот. Поэтому делается, что если так сделать действительно надо, то делается wrapper, который создает scoped session. И scoped session, и внутри scoped session мы делаем уже выборку. Довольно много кода, то есть мы начинали с одной строчки, пришли вот к этой простыне. В принципе, понятно, ее можно спрятать, обернуть в специальную функцию и немного об этом забыть, но все равно неприятно. Наша миграция шла не очень гладко. Ну как, естественно, всегда были проблемы. Первая проблема была со scoped session'ами, которые мы написали чуть-чуть неправильно, и они текли. То есть коннекты к базе не закрывались, но, слава богу, мы это нашли на тесте. Вот. И второе. К сожалению, мы это выкатили в прод. Эта штука обнаружилась через 20 минут после выкатки. А в документации FastAPI рекомендуется использовать UVCorn. Это асинхронный аналог GUnicorn. А при этом в качестве последней линии защиты от утечки памяти мы использовали перезапуск рабочих процессов через определенное количество реквестов, например, 1000. То есть проходит 1000 реквестов, процесс перезапускается и освобождает память. Штука в том, что Unicorn, что UVCorn процесс шатдаунит, но новый процесс не запускает. А в итоге через 20 минут все процессы умерли, и сервить реквесты стало некому. Поэтому решение такое – использовать в качестве супервизора GUnicorn, но сгружать всю работу на UVCorn. В результате что мы получили? Короткий, эргономичный, хорошо читаемый код. Также мы получили экспорт структуры API для фронтенда и автоматическую генерацию типов. При желании можно взять вот этот JSON в формате OpenAPI и написать свой транслятор функции TypeScript, которые будут забирать данные с эндпоинтов, если там используется какая-то специфика, скажем, Access или что-то еще не очень стандартное. И педантик. Автоматическая валидация и хорошие сообщения об ошибках. Все, спасибо. Буду рад ответить на ваши вопросы. Это мы сейчас организуем. Привет. Спасибо за доклад большой. У меня несколько вопросов. Давай с первого. Ты говорил, что вы используете алхимию 1.3
и как раз начинали переход где-то в марте. В это время рядышком вышла Alchemy 1.4, она поддерживает Async. Не пробовали вы ее использовать или на нее перейти? Автоматом перейти не получается. То есть просто передвинуть версию в requirements, это не работает. Потому что мы использовали подсадку query на модели, и там все немного глубже, и надо еще переписывать по всему коду реквесты. Поэтому сразу в рамках одной и той же миграции мы решили это не делать. Поэтому план сначала перейти, потом перейти на Alchemy 1.4, чтобы не делать все сразу. А, и еще, какую админку вы использовали, чтобы просматривать данные в базе? Потому что ты говорил как раз, что вы использовали Flask. Мы сами для этого используем Flask Admin. Может, вы пробовали FastAPI Admin? Он тоже относительно недавно вышел. Штука в том, что у нас админский интерфейс включен в фронтенд, поэтому нам не нужно писать никакой такой специфики. То есть самописная админка получается? Да, самописная админка для юзеров и command line интерфейс для нас, администраторов. Что, в принципе, нормальный сетап. А, и не так давно тоже еще появилась SQL Model, собственно, для FastAPI, чтобы описывать модели алхимии сразу на педантике практически. Пробовали вы и, может, хотите на нее перейти? Вот мы сами думаем. Да, мы видели эту штуку, но, честно говоря, она выглядит немного сырой. То есть появилась она не так давно, и не хочется переходить на экспериментальные системы в большом проекте. То есть хочется, чтобы оно сначала себя немного запруфило. Скорее всего, всплывут какие-то штуки, то есть там, не знаю, используются тайп аннотации для определения типов. А вопрос, что будет, если мы хотим какие-то свои типы. Наверное, там есть ответы. Но надо смотреть и разбираться. А есть задачи, прямо скажем, важнее, чем менять один слой за другим. Потому что мы, в общем-то, и так полностью загружены. И этот переход, который на самом деле мог быть бы сделан быстро, у нас растянулся на полгода. И еще продолжается. Добавлять еще один не хочется. Причем это же модели, то есть... То есть это надо всю бизнес-логику будет переработать. Да, согласен. Спасибо. Следующий вопрос. Добрый день. Скажите, а насколько оправданно вообще было делать этот переезд? Для стартапа кажется, что это не было узким местом. И считали вы затраты, трудозатраты и экономические? То есть было ли это обосновано или нет? У нас было общее понимание, что Fast API — это штука достаточно правильная и удобная. И нам в целом надо двигаться туда. Но, смотря назад, объем миграции оказался несколько больше, чем мы ожидали, и это большой вопрос. Но, с другой стороны, мы стартап, и люди любят делать крутые штуки, и останавливать людей, когда они хотят почистить код и сделать его лучше, несколько демотивирует. Поэтому мы решили пойти вперед с этой миграцией. Подтверждаю, искать разработчиков под Fast API проект гораздо проще и комфортнее, чем искать разработчиков под Flask проект. Спасибо. Кроме того, лучше эту миграцию сделать раньше, чем позже, если когда-нибудь ее делать, потому что со временем растет количество эндпоинтов, растет объем, и чем дальше, тем сложнее. Раз-раз. Привет. Как я понял, транзишн период у вас подзатянулся, да? И как бы одной из причин перехода на FastAPI была проблема в том, что вы часто повторяли что-то, да, там типы повторяли, вот я видел. Но
На одном из слайдов я увидел, что вы в итоге начали Flask endpoint заворачивать в Fast API endpoint. Не добавило ли это больше дублирования? И то есть тут драйв как будто бы вообще пошел не туда, куда изначально хотелось. Не стало ли хуже в этом месте? Понятно. Это монтирование Flask в Fast API – это просто путь миграции. Потому что в какой-то момент надо вставить Fast API в проект. Но он остался, правильно? Там и Fast API, и Flask сейчас. То есть это все долго тянется. У нас получается смесь. То есть часть endpoint'ов там, часть endpoint'ов там. Это не сказать, что было очень хорошо, но пока что оно manageable, и мы это дело конвертируем в процессе. Кто-нибудь трогает endpoint, переносит его сразу на Fast API. Тогда получается, что часть там, часть в другом месте. Да, но получается, там некоторые были прям обернуты, не то, что прям переписали, да, заново, а как будто бы теперь и во Flask есть вот это знание про типы, да, и в Fast API знание про типы, но с помощью PyIdentic. Те endpoint, которые написаны на Flask, они остались как есть. То есть в них никаких аннотаций, никаких педантиков мы не добавляли. Там все точно так же, как было. А только новые эндпоинты, которые мы конвертируем, они идут со знаниями о типах. Окей, спасибо. Такой вопрос. Вы вот сказали, производительность вам не важна. А не замеряли, насколько поменялась производительность? Чисто субъективно стало быстрее. Я не разбирался, почему, но такое ощущение, что Fast API сервит статические файлы, которые мы сервим через веб-сервер, питонный веб-сервер, потому что мы хотим их раздавать только после того, как юзер зарегистрировался. Сервит их быстрее. Ну, а так метрик никаких не мерили пока? Нет, метрики не мерили. Спасибо. Любопытно, что будет с фласком после того, как во второй версии туда добавили async. Как он будет с Fast API конкурировать? Я не думаю, что будет что-то хорошее. Ну, как бы асинхронность полезна, когда она необходима практически, когда вы работаете с веб-сокетами, и надо держать одновременно тысячи веб-сокетов. На тредах это делать довольно проблематично, на асинке нормально. Вот, пожалуй, один из сценариев, когда асинхронность нужна. Второй сценарий – это когда вы стыкуетесь с кодом, который уже асинхронен. Ну или когда к нам много микросервисов набегает, и нужно с ними со всеми разговаривать. Да. Давайте следующий вопрос из зала. Подскажите, пожалуйста, у вас не было проблем с тем, что, ну, насколько я понимаю, у вас много эндпоинтов, вот, много схем, и не было ли у вас проблем с тем, что PyIdentic, вообще говоря, не всегда в JSON-схему умеет там дополнительные валидации, если проставляешь еще что-то, с ванофами проблемы, вот. Если были, то как решали? Таких проблем не было. То есть мы используем, в принципе, довольно стандартные вещи. У нас есть более сложная валидация на некоторых моделях Pedantic. То есть что два поля должны обязательно присутствовать вместе. И вот эта тема, то есть либо одни два поля, либо другие два поля. Эта тема адекватно в JSON-схеме не выражается, но тут приходится уже делать это внутри приложения. То есть следить, что информация в нужном идет формате. Ну, потому что иначе как? Сгрузить питонный валидатор в JSON в каком-то, не знаю, байт-коде или что-то в этом духе, а потом транслировать это в таргет-язык, это слишком сложно. Ну, в JSON-схемах все-таки есть. Завезли с какой-то версии там ифы. И как, что, как, какую-то логику там можно прописать. Типа, ну это ладно. И второй вопрос. У вас все еще по-прежнему много моделей.
И не было ли проблемы с тем, что вот есть два эндпоинта, у них модели, ну, почти одинаковые, но вот там одно поле отличается от другого, и вот как вы решали проблему переиспользования? Потому что дублировать не хочется, а вот надо как-то подменять, ну, то есть, например, там поле, самый такой пример из жизни для нас, это мы принимаем и MessagePack, и этот, и JSON. И в них бинарники передаются. И в одном случае в поле у меня должно быть бинарное формата, в другом B64 строка. И вот мне надо как бы две схемы, одна для MessagePack, другая для этого, и в них типы переставить. Понятно, мы с этим не сталкивались, но наследование в этом случае не работает, если сделать базовую модель, потом от нее отнаследоваться и добавить. На уровне 1 работает, если это чуть поглубже, на уровне 2, это уже проблема начинается. Ну, то есть, если вложенность проходит. Ладно, не сталкивались, ладно. Нейрофизиолог во мне плачет кровавыми слезами. Я просто вот очень хорошо представляю себе, откуда берутся такие динамики внимания, что если есть два эндпоинта, которые отличаются одним параметром, то их обязательно надо обобщить. Ну, надо, ну, код же похожий, ну, надо же вынести общий код в какой-нибудь общий обработчик, ну, это же ценно. Но откуда это берется? Это берется из какого-то предыдущего жизненного опыта, да, например, там прабабушка-блокадница воспитывала, говорила, что вот внучек надо обязательно крошечки со стола доедать, это очень важно. А дальше потом мы уже во взрослом возрасте пишем код, и вот видим, что он дублировался, обязательно хотим вынести общий. Но, знаете, это не всегда ценно, потому что когнитивная нагрузочка-то возрастает, когда мы что-то выносим в общий код. И иногда 2-3 эндпоинта, которые отличаются одним параметром, ну, это нормально. Знаете, как в магазин приходите, там 10 вариантов кроссовок, которые каждый друг от друга отличается чуть-чуть. Вот ли у вас, если подавляющее большинство эндпоинтов отличается одним параметром, это уже интересный архитектурный вопрос. А если только парочка, то, ну, такое. Следующий вопрос, пожалуйста. Да, я хочу добавить, есть правило трех. Ну, понятно, это так, такое. Трех, там, двух, четырех. Если у вас код дублируется три раза, то можно ничего не делать. Когда он начинает дублироваться 4 раза, то тогда уже имеет смысл начинать это дело склеивать. Ну, это плюс-минус, не всегда так. Вот я... О, следующий вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, когда вы рефакторили такой большой объем кода, использовали ли вы какую-нибудь автоматизацию? Наподобие той, о которой вчера вечером здесь рассказывали, о том, как человек пишет код на основе libcst для того, чтобы рефакторить другой код. Кажется, в ваш случай это просто идеальный use case для его подхода. Это довольно жестко, потому что менять... кастомные парсеры, которые вытаскивают из JS на отдельные поля и делать это автоматом и менять это все на педантик, это очень проблематично. Тут лучше просто руками сесть, переписать, и все будет хорошо. А напомни, сколько у вас размер кодовой базы примерно строчек? Кодовая база... Тут могу сильно ошибиться. Ну или мегабайт, так. Ballpoint фига. Я думаю, 1050. Ну вот, 1050 — это не тот размер, при котором мы хотим применять ST-based refactoring. А ST-based — это когда человек не справляется. То есть мегабайт от 10, где-то там от 500 000 строчек кода. Вот тогда да. Для проектов меньше, не ручками быстрее и удобнее будет. Ну что ж, остается страдать ручками. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что вы параллельно переходили с Flask CLI на Qlik. Рассматривали ли вы возможность использовать Typer?
Это библиотечка, которая тоже основана на PyDantic, принадлежит тому же автору, что и FastAPI. Интересно, надо будет посмотреть. Но мы пошли по пути наименьшего сопротивления, и переход с Flask к CLI на клик был просто почти дроп-ин. Тайпер неплох, но надо отдать должное, что у автора там сейчас интересная жизненная ситуация, он бегает между разными компаниями, собственно говоря, у него был довольно значительный перерыв в работе над тайпером, и, к примеру, основная идея тайпера, то, что мы аннотируем типами, да, оно там, ну, к примеру, Union Types не поддерживает, то есть она не то, чтобы вот очень совместима с последними версиями Python, и очень хороша. Автор ее довольно давно не обновлял. Да, сейчас он вернулся, но надо еще несколько месяцев подождать, посмотреть, что он там сделает. Может, опять куда-нибудь ускачет. Интересно. Я не знал этого. И если позволите, еще один последний вопрос. Поскольку вы применяете PyDantic для валидации, расширяете ли вы его применение также для бизнес-логики системы? Например, для того, чтобы в PyDantic заворачивать данные и передавать их между архитектурными слоями? Может быть, это имеет смысл, но мы используем дата-классы внутри своего кода. Потому что они довольно легковесные, идут без валидации. PyDantic же при инициализации делает валидацию. А если у нас все типы уже проверяются на границе API, то дальше их проверять в принципе не надо. И валидация это будет просто лишнее действие и потерянная производительность, а очень часто это важно. Потому что мы, например, оборачиваем в дата-классы схему, которую получаем из базы данных, и реально у некоторых клиентов схема занимает гигабайт рама. Если это будет какой-то более сложный объект, чем просто дата-класс, то, возможно, это будет и долго, и это будет раздувать память. Мы ждем, когда в Питоне 3.10 появится возможность сделать слоты в дата-классах. Надеюсь, это сэкономит память.